Всем желаем хорошего вечера. Вы смотрите проект «Говорит губерния». Говорит губерния, соответственно, говорите вы. Меня зовут Егор Козарез. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Вячеслав Коренев. Скоро появится очаровательная Нина Хабарова и наш первый гость. Но по традиции последних дней мы начинаем выпуск с митингов протеста, которые не прекращаются в Хабаровске, как правило, по вечерам. Но вот вчера вы, конечно, слышали, что к нам приехал известнейший Сергей Шнуров. Да, по прозвищу Шнур. Вы наверняка посмотрели уже и кадры с ним в новостях губернии. Кстати, давайте обменяемся мнением. Все-таки зачем он приехал, Егор, ты как? Ну, я думаю, что действительно тема сейчас с митингами в Хабаровске одна из, да, чуть ли не самая основная в ленте новостей. Понятное дело, что не все федеральные каналы это освещают, но тем не менее, видимо, Шнуров приехал как раз-таки делать свой фильм. Там интервью эксклюзивное с Сергеем Шнуровым было. Я, кстати, пока интервью еще не посмотрел. Нет, ты имеешь в виду, что Шнурова с Врио было эксклюзивное интервью. Да, действительно. Ну, такое получается. Вот я с тобой согласна, что мы до эфира говорили, что он все-таки приехал хайпануть на этом. Да, ну и учитывая, что Врио губернатора называл его за день до этого Серегой, вот, дескать, он должен приехать. А потом Сергей Шнуров отрицал, говорил, что я с ним не знаком. Так как-то очень подозрительно. Мне кажется, Сергей Шнуров, он гений, вы знаете, он гений монетизации известности. Он вот тонко чувствует, где вот эта известность можно вот превратить во что-то полезное для его бизнеса. В любом случае, бизнеса, Сергей, да? Шнуров большой молодец. А я удивилась, что Шнуров приехал вперед к Ксении Собчак. Да, кстати. Я ее ждала пораньше. Ой, слушайте, а мы ее, наверное, дождем. Ух ты. Да сейчас кто-то не приедет. Это вы смотрели только что в новостях, а вот то, что там просто не поместилось. Вы слышали про столкновение демонстрантов с Денисом Неклюдовым? Это сын вот очень известного олигарха Игоря Неклюдова, который какое-то время назад, к сожалению, умер. Вот олигарх-сын столкнулся с колонной демонстрантов, да? И если обычно как бы у нас автолюбители с демонстрантами мирно уживаются, друга поддерживают, он решил поругаться с ними. Это точно он или человек очень похожий на... Ну, давайте вот сами посмотрим и решим. Вот теперь его все проклинают в социальных сетях. Серьезно, что ли? А ты откуда знаешь? Вон, посмотрите. Ты какой имей? Покажи санкционированный митинг, покажи. Разрешение покажи. Он очень кто вам дал право за хабаровчан говорить? Я родился, вырос в Хабаровске. Покажи паспорт. А ты покажи паспорт. Я тебе говорю, я родился и вырос, я честью клянусь. Покажи, а ты поклянись честью, что ты здесь паспорт. Покажите паспорт, мужчина, покажите. Пошлите, пошлите! Если честно, я вчера так и не поняла, что произошло. Ну, ему мешали проехать. Кстати, да, там то есть просто из-за этого, да, случилась стычка? Да, там ломал флаги Хабаровского края, что тоже, честно говоря, удивительно. Ну и буквально недавно мне прислали скриншот с популярного приморского паблика, называется он «Марк Чернослив», и там как раз-таки машина с человеком, очень похожим на господина Неклюдова, которая остановилась на трассе и устраивала чуть ли не разборки с обычным водителем. Просто процитирую, вот такие блатные умники сегодня мне попались на трассе между Дальнереченском и Лесозаводском. Началось все с того, что они начали тормозить друг с другом на дороге, мы попытались их обогнать, но им это не понравилось, парни решили разборки устроить, рассказал подписчик, это вот цитата с паблика «Марк Чернослив», но это было года два назад. Ну и еще заодно скандал вокруг митингов, ну, наверное, самый громкий. Какое-то время назад вы слышали, что несколько активистов, участников митингов, пожаловались на то, что на них нападали. В том числе был активист «Открытой России» из Комсомольска на Амуре, которого зовут Сергей Наумов, да? Да? Вот сейчас увидите его фотографию, вы наверняка видели в социальных сетях, вот он показывает... травмы, которые у него на лице появились, да? Но сначала возбудили уголовное дело на нападение неизвестных лиц и кражу айфона стоимость 56, по-моему, тысяч рублей. А после этого, по-моему, вчера он в одном из людей на улице узнал нападавшего на него. Сейчас увидим фотографию. И вот сегодня все паблики стали писать, что это охранник Михаила Дегтярева. Да? Ну, ты, конечно, как же его громкий. Так опознали-то? Как же опознали в маске? Тут тоже большой вопрос, честно говоря. Поэтому тут честно говоря, подвергну сомнению. Но, тем не менее... Пишут, я не подвергаю ни что сомнения, я просто даю объективную информацию. Перед началом эфира я связался с пресс-службой правительства Хабаровского края. Они официально заявили, что человек, изображенный на фотографии, ну, даже при том, что он в маске, можно определить, да? Они специально проверили, не работает в правительстве и не приезжал с Михаилом Дегтяревым.
Хорошо. Ну ладно, хватит скандалов, перейдем к тому, что чего, собственно, хабаровчане очень давно уже ждут. Многие из тех, кто любит отмечать в кафе и ресторанах праздники, но в конце концов свадьбы, именины отмечают там все, да? Да, безусловно. Я, кстати, на веранде недавно видел свадьбу, невеста очень скромненько сидела с чашкой кофе, но так ее жалко стало на пересечении Муравьева-Амурского и Широнова, это было в субботу. В общем, сегодня появилась информация, что вот, точнее, вчера появилась информация, что с подачи в Рио губернатора вот-вот они откроются. По этому поводу мы уже целую серию комментариев в WhatsApp получили. Как ни странно, разделились мнения. Многие выражают восторг по этому поводу, хотят сходить в кафе, там у кого-то приближаются именины, юбилей, но часть возмущается, почему открывают именно кафе и рестораны. Им вот не хватает всех магазинов. На самом деле, очень большое количество комментариев мы уже получили на нашей странице Губерния ТВ в Инстаграме. Вот что пишут. Предлагаю открывать всех и общепиты магазины в Хабаровске. Все открыть и не заниматься ерундой. В любом случае, считают, все рано или поздно переболеют. Кто-то считает, что давайте открывать детские сады в полном объеме. Магазины. Люди могут заказывать еду на доставке. Поэтому считают, что магазины именно надо открывать в первую очередь. И на самом деле, в преддверии 1 сентября, наверное, большинство комментариев у нас было оставлено именно за то, что давайте открывать все магазины. Но мы спрашиваем вас, как вы считаете, что все-таки стоит открыть первым делом? Предприятие общепита, тут мы подчеркнем, именно все-таки заведения, чтобы работали внутри помещения, да, а не вовнутрь. Только веранды. Да. Тогда ваш номер телефона 479991. А если все-таки надо открыть все магазины, то тогда ваш номер телефона 479992. Интерактивное голосование начинается. Также напомню, что вы можете оставлять свои комментарии не только на нашей странице Губерния ТВ в Инстаграме, а можете пользоваться и нашим WhatsApp-ом. Пишите туда. Нина, можно я добавлю только? Если вы считаете, что надо открыть и магазины, и рестораны, голосуйте за оба варианта. И кроме того, в WhatsApp-е можете написать, что надо еще открыть, по вашему мнению. Перед тем, как мы дадим слово нашему гостю, вот комментарий, который прилетел буквально недавно. Открывать кафе и рестораны считают еще рано. Все-таки у нас наблюдается рост заболеваемости. Ну, а теперь слова. Ну что, раз уж зашла речь о ресторанах, у нас в гостях Андрей Веретенников, руководитель Краевой ассоциации рестораторов и заодно, скажу, организатор первого в Хабаровске частного музея, да? Да. Музыкальных машин. Кстати, в принципе, вечер. Вы сегодня заинтересованное лицо вдвойне. И как ресторатор, и как владелец музея. Музей же тоже закрытый пакет. Да, конечно, у нас есть абсолютно корыстные цели. Мы хотим, чтобы наши предприятия работали, отрасль в целом. И чуть позже мы могли уже начинать говорить об открытии экономики в целом. Ну вот вы знаете, вчера у меня был такой частный разговор с человеком, который владеет целой сетью достаточно популярных кофеен в Хабаровске. Он говорил, что еще вот буквально чуть-чуть, если будут эти ограничения, то есть риск вообще не открыться. Да, то есть в полном объеме. Понятное дело, что есть работа на вынос, но она не покрывает всех тех расходов, которые сейчас несет этот сегмент бизнеса. Так вот, сколько, вот, может быть, если в долевом, да, выражении, могут не открыться заведения общепита, если эти меры ограничения продолжатся еще месяц-два? Когда первые запреты пошли, первое постановление, мы уже анализировали о том, что 15, ну там 10-15% будет закрыто. Сегодня мы уже можем считать в количестве, в штуках. И мы говорим о 2-3 десятках только в одном Хабаровске предприятий общественного питания, которые не открываются. 20-30 – это сетей? И, ну, нет, 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 конечно. Это просто каждый немножко оторвал от себя кусочек. То есть нет смысла уже иметь доставку в каждом районе, нет смысла иметь какой-то фабрики кухни дополнительной. Либо точку выдачи, например, надо ставить. А это рабочие места, насколько я понимаю. Конечно. Много ли людей потеряли работу? А вы можете уже назвать какие-то названия заведений известных? Я не хочу называть, потому что, чтобы не навредить компании в целом, там, по фэншую или как-то еще, рестораторы в последнее время стали очень суеверны, потому что любой шаг
любое открытие какой-то информации, ну и в бизнесе так, в принципе, нельзя. Поэтому давайте будем думать о хорошем. Я говорю про количество, это уже подтвержденное. Статистически это не подтвержденно, потому что юридическое лицо не закрыть, а, тем более сейчас, во время пандемии. А аналитически это уже 100%. Мы знаем, что мы их знаем в лицо, эти предприятия, их уже не будет. Есть ли те заведения, которые, наоборот, смогли воспользоваться ситуацией, наконец-то организовать доставку и понять, что, например, то, что они делали, например, работая внутри, да, обслуживая клиентов, не так выгодно, как работа на доставке? На самом деле многие сменили концепцию, и если, не дай бог, еще один кризис к нам придет, мы уже будем точно знать, что ресторатор, уже шутка такая ходит в крае, что каждый уважающийся ресторатор должен иметь свой ловек, в том числе, тем более, даже объект не стационарной торговли, а не предприятие общественного питания. Поэтому концепцию изменили, выдача стала другая, кто-то даже пополнился своим автопарком по доставке. И вы видели, по Хабаровску бегают ребята и ездят на велосипедах, да, в том числе и на электрических байках. Это называется развитие, в том числе, вы знаете, и культуры. Я заметил, это связано с этим коронавирусом или нет, не знаю, но могу констатировать, за последние 2 месяца стало вкуснее пицца. Неделю я покупаю, не буду называть компанию. Да. Я не знаю почему, но моя любимая пицца, я какое-то время перестал было вообще ее покупать, потому что недопеченная или перепеченная, а в последнее время, видимо, борется за покупателя. Все логично, действительно, это конкуренция, тем качественнее продукт, тем больше вы будете у меня заказывать. Но есть еще технический момент. Сама печь, которая печет пиццу там, от 250 до 400 градусов, она на самом деле никогда не остывает теперь, потому что все работают на доставку. Количество увеличено, соответственно, шеф-повару более удачно, ну, это технический, просто технологический процесс, который позволяет делать более качественный продукт. Вот что касается Веранд, есть одно кафе, я тоже не буду его называть, но я туда не ходил одно время, потому что не понимал, за что отдаю несколько больше денег, да, чем обычно, но не понимал соотношение цена-качество, если рядом есть кафе, которое, в принципе, за меньшие деньги, но того же уровня выдает продукцию. Но недавно зашел и понял, что люди-то снизили цены, просто хотя бы для того, чтобы к ним могли заходить. То есть, получается, есть куда еще отступать по ценообразованию? Не всем, может быть, но многим. На самом деле отступать уже некуда. Именно поэтому мы и наставили на открытие предприятия общественного питания внутри самих ресторанов, самих помещений, потому что мы действовали по принципу Москвы, мы вторые после Москвы открыли веранды, и мы планировали, что через 2-3 недели мы откроем, но пошел рост заболеваемости, и мы отложили этот процесс на какой-то период. Ну, собственно, перейдем к самому главному, из-за чего вас позвали. Насколько я знаю, вы сегодня весь день провели в Белом доме, да, вели переговоры с врио губернатора, с членами правительства. Будут открывать рестораны и кафе или нет? Ну, да, уже можно официально. Временно исполняющий обязанности губернатора об этом уже сказал. Вчера была встреча с рестораторами, и наверное, прелесть этой истории в том, что это не просто выслушали руководители объединения или выслушали кого-то одного предпринимателя, собрали около 20 человек, которые высказали свою боль и желание открываться на основании тех рекомендаций, которые уже утверждены. Мы берем на себя ответственность, мы уже установили, какие будут документы. И вчера была поставлена задача о том, что необходимо разработать документы, готовить постановление к открытию. И если вы меня спросите, я объясню, как это будет происходить. А уже сегодня на штабе по коронавирусу я там тоже присутствовал, и было принято решение о необходимости таким же образом, как необходимо открывать летние лагеря детского. То есть, возможно, их тоже откроют, да, соответственно? Надеюсь. Ну, ждем, безусловно. Надеюсь. Но, кстати, одно из требований, которое в том числе выдвигал в Рио губернатора, звучало так, что рестораторы обязаны гарантировать соблюдение всех условий и безопасность своих клиентов. Я понимаю, что вы уж как никто заинтересованы, чтобы гарантировать безопасность. Насколько это реально? Что будет сделано? Возможно, столы расставят подальше или что? Это обыкновенные стандартные меры. Мы с вами на этой площадке уже о них говорили. Мы вообще на все были согласны, лишь бы нас открыли. Даже были готовы сдать паспорта и забрать их после того, как все откроется. Если говорить серьезно, мы порекомендовали уведомительный характер, с одной стороны, но это должно было быть 2 документа. То есть я беру на себя обязанность, расписываю, ставлю печать, перечисляю все эти меры, которые рекомендованы Роспотребнадзором. А еще должен был быть акт со стороны, например, Управления торговли Хабаровска либо Комсомольска, муниципалитетная возьмут на себя ответственность. Они должны были составить акт о том, что я все это выполнил. Но как бы нелогичность 2 документов, я думаю, будет один, где распишусь я, как, например, ресторатор, предприниматель, и где распишется Управление торговли Хабаровска, например. И Роспотребнадзор, да? И, ну, в том числе, но это не обязательно. Роспотребнадзор никуда не денется, он будет кружить над нами во время пандемии в любом случае. Ну, спрошу, вот самый больной вопрос, который людей, наших зрителей ужасно раздражает, но спрошу про маски, да?
Маски надо с собой брать, когда идешь в кафе или ресторан? Технически, до того, как вы наступаете на территорию, вы должны быть в маске. То есть это вот ваша ответственность до того, как только вы попадаете туда, вы попадаете в помещение, которое каждого часа дезинфицируется, весь персонал находится в перчатках, масках и так далее. Ну, как будто вы зашли в больницу, конечно, вы снимаете. Как правило, люди ходят по улице без маски, да? Они надевают маску, когда заходят в магазин. Это говорит про свою безопасность, да. То, что происходит на территории ресторана, это моя проблема, я отвечаю уже за безопасность, тем более я расписался. Поставил печать. Не верьте этим роликам, где маски. Прежде чем переходить к следующему, опасному, на первый взгляд, шагу, давайте разберемся с летними кафе. За все время, что они работают, какие-нибудь были случаи, когда люди там заразились? Не хочу сглазить, но на самом деле такого не было. Были случаи среди персонала предприятия общественного питания, но Роспотребнадзор нам в цифрах и в процентах доложил, это всего менее процента. Больше всего заражаются люди, которые не работают. Это большие коллективы, заводы, в том числе и госструктуры. Поэтому мы находимся в самом низу. Это уже как больницы, вот эти санитарные правила, они... Вы знаете, это ведь может произойти заражение в любом предприятии, в том числе и на предприятии общепита, здесь все понятно. С другой стороны, сейчас лето и сезон других весьма неприятных заболеваний, да, вызванных уже бактериальными. Вот что труднее, выполнить меры по коронавирусу или как раз-таки обеспечить там вот бактериальную там защищенность и все прочее? На самом деле труднее выполнить меры по коронавирусу, потому что их нужно выполнять так же, как и вчера. Это стандартный санитарный нормы правила, но их не нужно выполнять в перчатках, в масках и с дополнительным заполнением журналов. Я хочу сказать, что вот у нас интерактивное голосование идет, пока большинство людей-то голосует за то, что им магазинов больше не хватает. На самом деле об этом же пишут и наши телезрители, но есть те, кто считают, что надо открывать детские парки и места семейного отдыха. Хочется сказать, детские парки пока у нас, слава богу, все в городе открыты. Кто-то за общепит. Дальше за магазины. Все сразу считают, надо открывать. Опять же, магазины. Зачем открывать, если растет заболеваемость? К счастью, заболеваемость у нас падает. Сегодня всего 101 случай зафиксирован. Но это пока, скажем, только к счастью. Будем следить. Передышка перед бурей. Да. Что еще пишут? Предлагают открывать библиотеки. Просят открыть музеи в городе. Кто-то пишет, что очень соскучился и хочет сходить в филармонию. Кроме того, считают, что надо, чтобы начал работать в полном объеме пенсионный фонд и, конечно же, чтобы возобновились плановые операции в больницах. Да, еще, знаешь, вот, Нин, ты начала озвучивать статистику, я тоже в телефон полез, ты меня чуть-чуть опередила, я дополню твою информацию, что ты сказал, что 101 человек, заболевший за сутки, это меньше, чем последние, наверное, недели полторы, при этом при всем выздоровел уже второй день подряд, как минимум второй день подряд, больше, чем заболело. Это 145 вчера выздоровело? Да, сегодня 115. Кстати, ситуация меняется, за общепит. Вот общепит почти уже подтянулся, да? Если вначале... Сравнялись. Да. Это наши коллеги, наверное. Признать. А мы по-честному, мы никогда, честно говоря, никогда не подтасовываем. А вы знаете, вот потому что многие пишут, что раньше каждую неделю, к примеру, посещали общепит, а теперь некуда сходить всей семьей. Зато, с другой стороны, начал готовить больше дома и столько. Да, многие узнали, что дома есть кухня, это радует. Уже серьезный вопрос. Мы уже говорили о том, что, скорее всего, за время пандемии вот торговые сети, наоборот, поднялись. Потому что люди, которые перестали ходить в общепит, но они готовят дома. Или покупают готовую еду дома. Абсолютно история, которая еще со времен окончания этой советской истории о начале работы общепита в Советском Союзе, она абсолютно повторяется каждое десятилетие. И действительно, люди начинают готовить дома, люди начинают покупать в магазинах и так далее, и так далее. Но я думаю, мы свое еще отобьем, потому что гастрономическая культура, она все-таки должна работать. Кстати, молодцы предприятия общепита, они вырвались вперед. Нет, ты видишь? Молодцы. Там на 16. Но сторонники магазинов, вы тоже не зевайте. Наши телезрители вот пишут, большинство кафе работают без соблюдения всяких ограничений, никаких дистанций не соблюдается. Вчера вечером девушка была в одной знаменитой пиццерии у нас в городе, говорит, все столики заняты, люди стоят в плотной очереди, ни о каких полутора метрах социальной дистанции не может идти речи. И чем отличается общепит в данном случае от простого магазина? И в подтверждении своих слов ты назвала пиццерию популярной, мне только что знакомые прислали
вот слушаю, смеюсь, один знаменитый достаточно и очень дорогой ресторан в Хабаровске работал всегда, так и работает по звонку, вот пишут тоже мне, поэтому некоторые игнорируют. Давайте мне телефоны, давайте эти фотографии, мы с удовольствием. Единственное, не понимаю, о каких магазинах закрытых вы говорите, ну, потому что... Ну, мы все эфиром вам да. скажем. Через спасибо. WhatsApp можете прислать, а я передам Андрею. В завершение, вы же не только ресторатор, да, вы и владелец частного музея, очень интересного. Все гости города, которые приезжают, прежде всего идут в музей говорящих машин, а его когда откроют? Вообще, что делать, что с музеями? Это такая последовательная, логичная процедура. Вот сегодня глава города Комсомольска-на-Амуре тоже инициировал этот вопрос. И индивидуальные экскурсии теоретически можно открывать уже сегодня, потому что расстояние индивидуальной экскурсии там 5-10 человек с дистанцией в перчатках. Ну, а люди соскучились действительно, потому что не развивать культуру какое-то время, это еще хуже, чем не будет работать торговля. А вы же общались с членами правительства, вы не думаете, вы не хотите им посоветовать, что открыть надо все сразу? Но открывать все сразу – это их, конечно, ответственность, потому что существуют какие-то вещи, в том числе логичные. Вообще это отраслевая ответственность, они должны давать рекомендации. А мы уже, вот как вот с общепитом получилось, будем инициировать, в том числе. Потому что действительно, со стороны у наших зрителей, вот, они иногда недоумевают, почему как-то вот секторами все выделяется, общепит, там, магазины. В принципе, опасность заразиться везде примерно одинаковая. Ну, продуктовые магазины, их открыли, потому что нужно есть. Потом открыли салоны красоты, потому что... Подстричься там, да? Шутка ходила, стало личная страшно жизнь ходить по улицам. Тоже да. Вот. Ну и общепит уже пора открывать, потому что, вы правильно сказали, мероприятие в закрытом виде, теневая экономика начинает расцветать. В общем, уже на какое-то число можно бронировать столики? Я буду надеяться, что 9 число, там, постановление заканчивается правительство 8-го, с 9 числа мы до этого времени уже успеем что-то согласовать, получить рекомендации и открыться. Да, самое главное, я услышал от вас, что вы как рестораторы готовы гарантировать как раз-таки безопасность своих посетителей. У нас нет выбора, в том числе и ответственность как административная, так и уголовная, она висит. Спасибо. У нас в гостях был Андрей Веретенников, руководитель Краевой ассоциации рестораторов, но наше интерактивное голосование продолжается. Да, продолжаться оно будет вплоть до последней минуты нашей программы, поэтому если вы считаете, что надо открывать в первую очередь предприятие общепита, то звоните по номеру телефона 479991. А если все-таки надо открыть все магазины города без исключения, то тогда ваш номер оканчивается на двойку. Я хотел добавить, что на самом деле это голосование имеет большое значение, потому что наверняка сейчас члены правительства тоже думают, что открыть раньше, что людям более необходимо. Соответственно, если вы хотите, чтобы доработали все магазины, голосуйте. Также да. За рестораны тоже. А если все сразу, то за оба варианта. Продолжим с рекламой.